По традиции на казачьем рынке Славянске установили свою елку. Сделали это, как всегда, с приглашением не только Деда Мороза и Снегурочки, но и артистов. Причем все это с присущим казакам колоритом и размахом. Все, кто в этот момент оказался на базаре, смогли не только насладиться концертной программой, поучаствовать в розыгрыше подарков от Деда Мороза, но и просто зарядиться положительной энергией, как раз накануне главного праздника Нового года. Чтобы в Новом году было у всех хорошо и также весело, и старый Новый год, и сегодня. Так что вот всех с праздником, добра, здоровья.